Так, ребятушки, вот сейчас я сифоню грунт. Это грунт с гранатсева. Как вы можете видеть, как он хорошо сифонится. Идеально, видите, мусор забирается. Фракция четкая вообще, видите, все отлично происходит. То есть зачем платить больше, можно вот такой вот грунт использовать. Гранатсев вы можете купить в любом строительном магазине. Стоит он сущие копейки по отношению к дорогим грунтам, там всяким разным. Вот. Всегда можно купить, добавить, в цвет попадете, все четенько. Гранатсев — это мелкая фракция гранита, то есть той же самой щебенки, так называемые бута и так далее и тому подобное. Так, ребятушки, вот сифоню я, видите, сифоню дно. Все четенько вообще, посмотрите, как грязь забирается, все как бы остается, гранатсев на месте, то есть, ну, работает великолепно. Уже этот гранатсев у меня здесь, чтобы вы понимали, 7 лет, то есть это не первый год. Никаких проблем, заразы какой-либо, ничего с ним не было. Я его просто набрал на дороге, там велись строительные работы. Вот, в ведерке, в обычном ведре проварил, прокипятил полчаса, минут 15, полчаса где-то так. Вот, и все, засыпал в аквариум, залил воды и все чики-брики. И по сей день все отлично. Вот, ребятушки, почистил, просифонил я грунт. Вот такая вот красота получилась. Видите, и сомиком хорошо, и анцитрусом подходит, и рыбкам, и мусора, мути очень мало от этого грунта. Ребятушки, пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, тикток, телеграм-группу таксистов. Ну а вдруг кому нужна страховка на ваш автомобиль, залетайте по ссылке в описании. Можно оформить страховочку онлайн, сам там оформляю, ребятушки, программа супер. И по моему промокоду TAXICOOL21 вы еще получите 10% скидки. Всех обнял до хруста, добра, бабла, позитивчика, пока-пока, до новых встреч. Пока, ребята.